сюда нас привели. Впервые в школу искусств мы вошли. И эту музыкальную шкатулку для вас впервые открываем мы. Этот дом стал вам мил и знаком. Здесь забыли вы унынье, ведь теперь он ваш отныне. Он шкатулкой музыкальной, расписною и зеркальной открывается для вас в этот день и в этот час.
весна, какая чудесная пора, все оживает ото сна. От долгих дней и холодной спячки проснулась матушка-земля, одела в праздничные краски луга, деревья и поля. Самых белых скол.
Как-то к нам в гости приехали родственники. Привезли из деревни много разных гостинцев, а также продукты на продажу. В том числе сметану в бидоне. Днем я с удивлением рассматривала, размышляя над тем, сколько человек может ее всю съесть. Спать нас с младшим братом отправили в одну комнату. Ближе к полуночи мы проснулись от страшных звуков, доносившихся из кухни. Сначала это был стук, а потом страшный скрежет. Но любопытство победило. Мы с братом пошли на кухню. Страшные звуки доносились из бидона. Спустя мгновение достала оттуда нашего кота Ваську, все мокрого и белого от сметаны. Танцуют, рисуют, песни весело поют, на инструментах разных играют, с театром дружно все живут. Искусство и творчество пронесем сквозь года, школа наш дом, теперь навсегда. Будем искусству мы верность хранить, будем беречь, вдохновляться, любить. Thank you.
Открывается шкатулка музыкальная, расписная и зеркальная. Концерт заканчивать пора. Благодарим за эти чувства, за откровенный свет искусства, уроки правды и добра.